Я вспомнил парад 2-летней давности, 2022 год, и тогда отменили воздушную часть парада. А сейчас не отменили воздушную часть парада. Тогда, в 2022 году, ну мы точно не могли ничем добивать до Москвы, а воздушная часть парада была отменена. Мы тогда все обсуждали, почему, что, кстати, не здесь, на канале, канала тогда еще не было, но обсуждали все. И тогда главная версия была следующая, что Путин боится своих собственных летчиков. Чего у них там в голове? А если они возьмут и ударят по Мавзолею, ударят по Путину, ударят по этой Красной площади, тогда он боялся их. Он им не доверял. Он не понимал, разделяют они его ценности, не разделяют. Он начал войну вероломно. Начал войну явно преступную. Явно войну с геноцидом. Тогда уже вскрылась Буча и другие преступления россиян. Но летчики, понимаете, тогда мне говорили, 2022 год, все-таки летчики – это элита российской армии, они совсем другие, они образованы, у них высшее образование, они технически подкованы, это не вот это быдло русское, которое прет на оккупированные территории. Нет, они совсем другие, говорили мне многие. Прошло 2 года, и спокойно вчера была воздушная часть парада в Москве. Летчики летят, самолеты, всякие русские хренитизи, витизи, фигитизи. Собчаками гордится, что вот смотрите, летят. Почему Путин в этот раз не боялся, знаете? Почему он не боялся, что русские летчики что-то там с ним сделают? Потому что они помазаны теперь одной кровью. Потому что они теперь главные убийцы, международные преступники, эти самые русские летчики. Какое образование, о чем вы говорите? Они ничем не отличаются от этих алкашей, бомжей, которых наши отлавливают на фронте, все эти русские летчики. Только они уже официальные преступники, уже командующий дальней авиации Российской Федерации в розыске в Гааге. Поэтому они знают, это их вождь, их главарь их банды, главарь банды убийц, насильников, грабителей. И русские летчики знают, что они участники геноцида полноценные. Это они уничтожают нашу энергетику, чтобы убить как можно больше мирных украинцев. Это они бомбят мирные города уже 3-й год. Кабами вот этих, с этих вот самых самолетов, с этих русских витязей по Харькову бьют. Поэтому, понимаете, что изменилось? Все, кто был на Красной площади вчера, все соучастники, у всех руки по локоть в крови. И у летчиков точно так же. И Путин уже никого не боится у себя в России. Там уже других нет. Там другие в тюрьме сидят. Все теперь проверенные, надежные. Конечно, обозреваемая неделя... Вы смотрите «Штырман» за неделю 10 мая, была во многом неделей Путина. У Путина была вся, к нему было приковано все внимание. Он был в центре, на арене. У него сначала инаугурация, через 2 дня парад на Красной площади. Президент Гвинеи-Бисау приехал. Зассау и приехал. Да, поэтому все было не просто так. Но вот Путин не удивил, не порадовал. Какой-то он скучный, не знаю, был на этой неделе. Ни одного заявления. Вспомните хоть одно слово. Ни одного. Ни одного нового слова. Ну, как говорят те, кто его по-настоящему так сидит, анализирует целыми днями, что у него разные там стадии маниакально-депрессивного его психоза, что сейчас на какой-то депрессивной стадии по неизвестной причине. Не смысле, что ему плохо, а ну просто вот теперь ничего не выдает. Только этот за него Гундяев отдувался, чтобы хоть как-то развеселить почтенную публику. А Путину ничего не досталось. Сейчас будут всю неделю тоже какие-то сопли размазывать на тему. Кого он там утвердит в правительство? Может, такого министра? Может, нет? Надо же. Возможно, министры энергетики сменят. Да срали мы на их министров. Срали мы на их министров. Какая нам разница, кто у них будет каким министром? Давайте смотреть, что мы можем сделать с ними, с этими негодяями и убийцами, а не смотреть на то, кого они там кем назначат, кем станет сын Патрушева. Какая нам разница? Он останется сыном военного преступника. Это все, что мы с вами знаем. То, что мы можем, мы показали сегодня ночью в Калуге. Калуга – колыбель космонавтики. Такой был слоган, я помню, на спичечных коробках в Советском Союзе. Я когда-то собирал эти обертки от спичечных коробков, этикетки, и там были посвященные космосу. Калуга была колыбель космонавтики. Теперь Калуга – одна из колыбелей русского фашизма. Поэтому наши беспилотники сегодня ночью ударили, ну, собственно, все города России – колыбель русского фашизма. Поэтому Калуга просто тупо один из них. Вот. И наши беспилотники ударили сегодня ночью по калужскому НПЗ. НПЗ, который называется «Первый завод». Несколько мощных взрывов прогремели в Дзержинском районе Калужской области. Калужский губернатор сообщил уже позже, утром, о ликвидации пожара на НПЗ после удара вот этого самого дрона. «Первый завод» – это крупнейшее нефтехимическое
предприятия в регионе. Значит, пожар там блам-блам-блам, губернатор блам-блам-блам. Сегодня ночью, кстати, падение беспилотника на территории предприятия. Это не падение, это удар. Объясняют, мы ударили, он не упал. Он не летел такой, о, и упал, сломался. Нет, не сломался. Прилетел и взорвался. В Дзержинском районе произошло возгорание. На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. По данным, значит, россиян, загорелись три емкости с дизельным топливом и емкость с мазутом. Телеграм-канал такой-то со ссылкой на очевидцев сообщил, что в районе этого НПЗ были слышны взрывы около часа ночи, после чего стало видно пожар в районе нефтебазы. На сайте первого завода сказано, что это крупнейшее нефтехимическое предприятие региона, где происходит переработка товарной нефти и газоконденсата. Вот так вот, вот такие хорошие новости. К сожалению, другие беспилотники наши цели, видимо, таких значимых не достигли, потому что били мы по Москве, но в Подольске был сбит наш беспилотник под Москвой, и били по Брянской области, там тоже, судя по всему, все было сбито. В Трубчевском районе Брянской области были ликвидированы три наших беспилотника. Ну, а если смотреть за неделю, то улов-то слушайте. Значит, Калужская область, НПЗ, бубумц, сегодня ночью. До этого, позавчера ночью это было, или вчера, перед 9 мая, в ночь перед 9 мая, под Анапой, в Краснодарском крае, две нефтебазы, Юровка или как-то так называется. Дальше, вчера, Салават, кстати, как выяснилось, то, что мы вчера ударили по городу Салавата и по его нефтебазе в Башкирии, это самый дальний удар вообще в истории человечества беспилотником. 1500 километров пролетел наш беспилотник, чтобы ударить по нефтебазе в Салавате. Наши войска установили очередной мировой рекорд. То наш снайпер убьет россиянина за 3000 метров, то, вот видите, беспилотник прилетает на 1500 километров, чтобы уничтожить нефтеперерабатывающий. Ну, правда, не нефтеперерабатывающий завод, в этот раз нефтебаза. Ну и начиналась неделька, собственно, с Луганска, которая у нас случилась, по-моему, в понедельник, когда мы разбомбили это атакамсами, не беспилотниками, нефтебазу в Луганске. Так что за неделю 4 нефтегазовых больших успеха у наших вооруженных сил. Ну, что ж, чем можем, тем сражаемся, как можем, так сражаемся. Слава богу, что мы никого не слушаем, когда все это делаем. Чего, кстати, Израилю желаем. Но Израиль тоже, собственно, никого не слушает и сегодня ночью нанес удар по пресловутому Рафиаху, по которому ему запрещает бить Байден. Россияне, увы, не снижают интенсивности своих атак. На этой неделе были и массированные обстрелы энергетики, к результатам которых мы еще, к сожалению, придем в сегодняшнем выпуске. Вот этот ракетный удар в ночь со вторника на среду не обошелся без тяжелых последствий для нашей энергетики, увы, увы, увы. Ну а сегодня, конкретно ночью, 10 шахедов выпустили россияне по Украине. Все шахеды в этот раз были сбиты. А затем уже утром армия России ударила по Харькову ракетой С-300, и было повреждено 26 частных домов, из которых 2 полностью разрушено, 1 разрушен. Частично ракета попала по частному сектору, выбито более 300 окон, без света остались 80 потребителей. Значит, раненые, 2 раненых при обстреле, 11-летний ребенок и 72-летняя женщина. Это произошло все в Харькове. Вот такой вот удар ракетой С-300. Мы отвечаем, чем можем, на поле боя. 980 россиян выведено из строя. Приближаемся к заветной цифре в 500 000 россиян. 980, почти 1000. 5 танков, 32 бронетранспортера, 47 артиллерийских орудий. Но то, что сегодня будет вызывать у вас наверняка панику, это рассказы россиян о том, что они начали крупномасштабное наступление на Харьков. Вот они уже об этом сообщают как бы у себя официально в так называемых Z-телеграм-каналах, что все это прямо вот наступление с целью захватить Харьков. Значит, что рассказывают? Рассказываю сначала, пересказываю слова всяких Z-каналов, собранные воедино нашими, я так понимаю, уже людьми. В общежитиях Белгорода готовят пункты временного размещения беженцев. Несколько российских провоенных телеграм-каналов сообщили о массированной атаке по территории Харьковской области, которая началась сегодня в 11 утра. Российская армия наносит удары по населенным пунктам Гоптовка, Красная, Пыльная, Стрелечья, Волчанск и Борисовка. Интенсивные бои. Значит, в Белгороде сосредоточено большое количество российских военных. В белгородских общежитиях, как я уже сказал, пункты размещения беженцев. Селить будут в 4 общежитиях колледжей. В крайнем случае подключат один из городских университетов. Готовят эти пункты, скорее всего, для жителей Шебекина, пресловутого, вот этого приграничного
населенного пункта. В общем, все они говорят, что это наступление прямо вот конкретно на Харьков. Но давайте без паники. Наступление – попытка, да. Наступление, конечно, все время пытаются наступать. Сколько они пытаются наступать? Год уже, год. Вот идет у них это наступление. Вот как они Бахмут закончили, так вот они и наступают. Вот они пытаются взять Работино в Запорожской области. Там тяжелейшие, кстати, бои сейчас в Запорожской области. Вот они пытаются за Авдеевкой дальше брать и брать села. Где-то им это удается, слушайте. Но, как говорит наше военное командование, вся вот эта группировка, которую они собираются бросать или бросили уже, я не знаю, на Харьков, это примерно 70 тысяч человек всего в сумме. Но чтобы взять Харьков, нужен миллион больше. Поэтому речь о каком-то Харькове не идет. Речь о том, что они будут расширять, что ли, серую зону вот эту на границе Белгородской и Харьковской области. Это да, это правда. Сможем ли мы взять Белгород? Ну, примерно шансы у нас взять Белгород такие же, как у россиян взять Харьков. Примерно шансы равны. В принципе, мы можем взять Белгород, да. Ну, так же примерно, как они Харьков, вот так мы можем взять Белгород. Только нахрена нам их Белгород? Я не знаю, что мы будем делать. С белгородчанами у меня... Вариантов нет. Но еще из области... Это же, смотрите, сейчас будут слухи. Сейчас будут слухи, много про это ходить. Слухов, будьте осторожны. Прислушивайтесь к слухам осторожно. Вчера я услышал неимоверный совершенно слух. Привет автору. Я думаю, что автор нас смотрит сейчас. Слуха. Вот после 20-го тут россияне такое устроят. Бля, почему после 20-го? Ну, типа, 20-го у них что, подъедет... Ким Чен Ын на белом коне, или что случится 20-го, что именно после 20-го? Я такой задумался, 20-го у них там что? Вроде инаугурация уже была, съездов не намечается, что после 20-го? И праздников вроде нет 20 мая. Знаете, почему мне сказали? Ну ведь после 20-го же Зеленский будет нелегитимен, и тогда они нападут. Точно, подумал я, боже мой, ведь по мнению россиян, по версии россиян, Зеленский будет нелегитимен после 20-го, и тут-то они и ударят. Слушайте, у нас Путин нелегитимен с 7 числа, то есть уже 3 дня. Что-то мы пока Москву не взяли, хотя Путин нелегитимен с нашей точки зрения. Но мы все, что можем, и так на фронте делаем. Все НПЗ, которые мы можем уничтожить, мы и так уничтожаем. Все территории, которые мы могли освободить, мы и так уже освободили. Всех 500 000 россиян, которых мы могли, почти 470 тысяч, мы уже чебурахнули. Все, что мы можем, мы и так делаем. А от того, что мы... кого-то считаем нелегитимным, нам легче не станет. Поэтому это слухи. Вот такого рода слухи надо пресекать, останавливать, не распространять дальше. Пожалуйста, ерундой не занимайтесь нелегитимным. Кто они такие, чтобы им решать-то? Вот говорят, что меня, Шательмана, мне писали тут сейчас письмо, что Шательмана решили назначить королем Ютуба. Королем Ютуба решили назначить Шательмана. Это будет официально. Но сказали, что для того, чтобы меня все-таки назначили королем Ютуба, есть последняя проверка. Это должно вот за сегодняшние, за следующие сутки на меня должна подписаться 1000 человек. Тогда точно Шательман будет королем Ютуба. Такой пошел слух. Я предлагаю вам, тем, кто верит в этот слух, поддержать меня и прямо сейчас подписаться на канал Шательман. Особенно, слушайте, мне рассказали историю. Значит, вот эти выпуски мои идут по разным каналам. Не только на канале Шательман, но и на других каналах. И когда я говорю, слушайте, если вы смотрите на другом канале, посмотрите, как называется канал, на котором вы смотрите. Если вы смотрите не на канале Шательман, то как на меня подписаться, чтобы не пропускать выпусков? Нужно не просто нажать «подписываюсь», а внизу в описании есть такой текст. Подпишитесь на канал Шательман. И дальше собака, ну как бы это Шательман. Вот вы на это собака Шательман нажимаете, тогда вы переходите уже на канал Шательман, на нем нажимаете «подписаться». Вот ничего не перепутать, да? Внизу в описании собака Шательман, нажали, перешли, подписались. И тогда вам, мои выпуски будут непосредственно вам прям поступать. У вас будет то есть предупреждение о том, что Шательман выпустил новый выпуск, а они на канале Шательман выходят с понедельника по пятницу в 18:00 и в воскресенье 19:00 прямой эфир. Вот, пожалуйста, все, чтобы меня все-таки назначили официально королем Ютуба, короновали. Нужно, чтобы вы подписались на канал Штельман. Сейчас, кто давно не видел Штельманометр и соскучился, это наш уникальный прибор, подсчитывает сколько подписчиков канала Штельман. 416 тысяч подписчиков на настоящий момент. Вот, очень хочется, чтобы за следующие сутки действительно стало 420. Ведь если 416 плюс 1, это уже 420 тысяч. Вот, вот такие слухи ходят о канале Штельман. Ну а результаты
ночной атаки россиян, которая произошла со вторника на среду, ракетной по нашим энергетическим объектам, они станут видны каждому жителю Киева, начиная с сегодняшнего вечера. Физически, уже физически, к сожалению. Потому что Киевская городская, Киевский горсовет решил уменьшить яркость наружного освещения из-за дефицита электроэнергетики. Киевская городская администрация приняла такое решение. Это поможет снизить нагрузку на энергосистему в Киеве или в Киевской области, я точно не знаю, наверное, в городе скорее, на 20% снижаем яркость наружного освещения. Это прям еще один символ очередной такой, на этот раз блокадного лета, как была у нас блокадная зима, когда, вы помните, зима 22-23, когда не было никакого городского освещения. Кто был в ту зиму в Киеве, тот, я думаю, никогда не забудет вид этих улиц наших, когда по центру, по Крещатику, ты идешь ночью, ты не видишь ничего, нет ни одного фонаря, не работает ни один светофор. И чтобы перейти улицу, ты надеваешь на себя светоотражатель. Ну, те, кому жизнь дорога, как говорится. Я ходил весь сияющий. Я ходил в велосипедных лампочках на батарейках обвешанный. У меня все сияло. Мне девушки из Италии прислали светоотражатели. Тоже я ходил, весь светоотражался и сиял как мог. Поэтому всем, кто бережет свою жизнь, советую теперь достать эти светоотражающие свои жилеточки, достать гирлянды, кто чем обвешивается. Посмотрим, что будет означать уменьшить яркость наружного освещения. Потому что тогда, зимой 22-23, водители просто физически не могли видеть людей в этой темноте. Просто физически невозможно было. Я сам за рулем не вожу в Киеве, но когда я ездил на машине с кем-то, я понимал, что людей не видно, вообще не видно низги. Что сейчас будет, не знаю. Но добрались все-таки россияне до нашей энергетики, смогли сделать вот так, чтобы ухудшить нашу жизнь. И уже и хочется сказать, что мы им это припомним, отомстим, что-то сделаем. Но я уже не помню, не знаю уже, чем мы, за что будем им мстить, этому народцу российскому. Уже не хватает на это ни зла, ни ненависти. У меня лично не хватает, не знаю, как у вас. Я понимаю, что у Киева самая маленькая проблема, потому что в Харькове, в Кривом Роге, там графики отключения работают уже месяцами, а у нас пока только уменьшается яркость наружного освещения. Просто это означает, что мы туда, к сожалению, идем, приближаемся к зиме 22-23. Удается пока россиянам, удается. Не подъехали ни ПВО, ни F-16 пока не подлетели. Вот сегодня уже такой, Украине передали первый тренажер F-16. Тренажер, не настоящий F-16, а тренажер. А нам нужны были уже настоящие F-16 давно для того, чтобы... Вот они бы сбили эти крылатые ракеты. Последняя атака в основном были крылатые ракеты. И там пролетела треть крылатых ракет, достигла своих целей. Х-101. А ведь если бы этого не произошло, то не надо было бы уменьшать эту яркость наружного освещения в Киеве. А F-16 точно сбил бы эти ракеты. Просто точно, 100%. Он для этого предназначен. Истребитель-перехватчик. Перехватывать крылатые ракеты. Как над Израилем. Перехватили все. Потому что там было дофига F-16, а еще и F-35, на самом деле, не только F-16. Ну, вот такие вводятся ограничения. Ну и, кстати, на промышленность. Энергетики удвоили время действия ограничений для промышленности. Неизвестно, сколько все будет длиться, но в пятницу график ограничения электроснабжения для промышленности будет действовать с 18 аж до 7 утра следующего дня, то есть 13 часов подряд. А раньше предполагалось, что он с 18 только до 23, но... Оказалось, что мощности не хватает. Не хватает мощности даже ночью уже. Да, рост потребления, возможно, аварийное отключение. В энергосистеме большую часть суток сохраняется значительный дефицит электроэнергии. И это при том, что мы закупаем ее сейчас на Западе. Ну и промышленность наша тоже. Мягко говоря, под угрозой.